Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня 2.0, я Папаня Мишаня. Сегодня у нас будет обзор вот таких интересных карточек Fortnite, друзья. Вы еще не знаете, кто там находится. Я их особо тоже не знаю, всех этих персов. Кто там на самом деле есть, потому что я могу определить только несколько штук. Могу сказать, что эти, скорее всего, карточки шли в какой-то в такой обложке, потому что, ну, не именно Joykiss, а именно вот где-то из такого варианта, и ты их собираешь, либо они идут в каком-то блоке. Если ты знаешь, пожалуйста, напиши в комментах, это, в принципе, очень важно для меня, и хотел бы понять, знаешь ли ты всех вот этих героев, друзья. Лайк, подписка, комментарий, поддержи, пожалуйста, наш молодой канал. Так. Открываем первую карточку и смотрим, кого ты видишь на этой карточке, ребята. Показываю более ближе, вот так. Кто тебе из этих перцев известен? По-моему, я тут могу определить, это вообще какие-то изначально первые сезоны. Номер карточки или атака 5242, энергия 6725. По QR-коду их оживить нельзя. Получается, вот такие у нас герои. Из этих трех героев, я не знаю, как вам, но, может быть, кто-то выбрал эту девушку, а я бы выбрал вот этого чувака в кепке. Дальше. Смотрим. Следующая карточка. Тут у нас, ну, вообще такая битва, получается, идет, что чувак с гранатомета, либо с пулемета застреливает, стреляет всех этих челиков. Да, Мишаня? Да. Да. И, в общем, тут как эта игра называется, вот когда вот какой эпизод идет? Ты... Ну, именно такого нет. Раньше был режим 50 на 50, но он был недолго, и его потом он вообще не появлялся. Если мы правы, тоже напиши в комментах. Все эти карточки, они были, получается, со скриншотов игры первой главы, а сейчас в Fortnite уже третья. Ясно. Потом идет вот этого, знаешь, челика? Да, это Джонси. Джонси, короче, Джонси бежит с гранатометом, убегает, тут еще какие-то гранаты летят, и атака 52-17, на что меняется, да, тут меняются цифры, энергия 49-28, и тут вот такие два пальца, друзья. В общем, с обратной стороны у нас просто вот такая фишка Fortnite, ребята. Ну, вот такой Джонси у нас. Следующую карточку берем. И у нас вот эта девушка. Я ее не припомню. Если честно, я в Fortnite еще пару раз играл. Мишаня, что это за девушка? Ты знаешь? Нет. Мишаня не знает. В общем, она, как она у нас выглядит? Выглядит довольно, я бы сказал, интересно. То есть она в облегающем военной какой-то форме, имеет автоматик, то ли калаш, то ли МК, повязка на лбу, наушники с микрофоном, тут питье, не хилка и боеприпасы плюс песик, возможно, я точно не скажу, друзья, вот такая карточка. Следующая, вроде бы, как будто это одна и та же, но чем-то они похожи, но, ну, как бы две разные. По цифрам они отличаются, но это я точно могу сказать М16, это моя из любимых, получается, оружие в контре. Давно не играл тоже, но у меня там хорошее звание, у меня там даже медали есть за отвагу, короче, за 5, за 10 лет службы. В общем, вот такая тоже интересная девушка, кто знает, как она, имя у нее, то, пожалуйста, пишите в комментах, друзья. И следующее, тут нельзя ли не узнать, это, друзья, Танос. Вот такой Танос, ребята, красавчик Танос, который уже собрал все свои камни, и он тут просто повелитель. Танос, красава, и кто скажет, что он был враг для всего мира, а всего лишь он преследовал цель освободить мир и планету от того, чтобы... в достатке, и они не бедствовали, не были бедными, как-то так. И другой герой я не припомню, если честно. Ну, честно, не припомню, точно не могу сказать, кто знает, пожалуйста, напиши в комментах, друзья. Вот такой у нас маленький обзорчик получился, карточек Fortnite, и спасибо Тимофею Каркару за предоставление вот этих карточек для обзора. Мне как раз то, что надо. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Дальше будет интереснее. Это был канал Мишаня 2.0 и
Папаня, Мишаня. До новых встреч, ребята. Всего наилучшего. Пока.